А это тебе как? А это? Ты хоть бы раз предстал какой-нибудь сучке. Что, и этой бы не вдул? Этой даже я бы вдул. Это я не вам, это собачке. Раздевайтесь! Мне так приятно, когда массаж мне делает сам Игорь Успенский. А мне кажется, я на него совсем не похож. И мы возвращаемся в студию программы «Человек года». Игорь Успенский! Кого я вижу? Михаил Стасов. Курносая, позвони мне. 30 песен на одну мелодию. На одну не на одну, а 9 золотых граммофонов имею. Даша, ты же прекрасно знаешь мой график. Туда вообще ничего не вписывается. Вот я вам предлагаю заменить Игоря Успенского. Мы заплатим хорошие деньги. Очень похож. Вообще не похож. Запиши, пожалуйста, в субботу я приглашен к Рудольфу Валентиновичу. Пусть он меня там и подменит. Вау, круто! Только не болтай ничего лишнего. Поздравишь и сразу обратно. Поздравляю вас, Рудольф Валентинович. Завтра приезжает мама Светы. А он не так плох. Пускай он и едет. Что-то ты поправился, Игорек. Не говорите, Галина Леонидовна. Приемлем ли для вас секс до свадьбы? Конечно, приемлем. Что он несет? Не было бы его, не было бы меня. Игорь, в чем дело? Дело в вашем поцелуе. Ты действительно целовался с этой блондиночкой? Но она думала, что я это он. Я один такой запомнил. Я хочу бабла поблагодарить каждого. Я совсем вас запуталась. Она единственная, кто точно знала, что ты это ты. Вы ничего не докажете. Вот так аккуратненько берешь. Вот так. Вот так вот. И аккуратненько.